Здравствуйте, меня зовут Илья Котов. Здравствуйте, меня зовут — это не слово. Мы говорим «здравствуйте» и делаем маленькую-маленькую паузу. Здравствуйте, меня зовут Илья Котов. Скажи мне, пожалуйста, ты себя плохо чувствуешь сейчас? Нет. А почему такой грустный? Мне почти 6. Не надо «почти», да? Мы не говорим «мне 6,5», там, или округляйте сразу, ну, либо к большему, либо к меньшему. Меня зовут Даша Пучкина. Все-таки Даша — это для вот семьи, для знакомых. Дарья. Меня зовут Дарья Пучкина. Я живу на 8-й Соколиной горе. Сейф с деньгами где находится? Я живу в городе Москва. Меня зовут Мария Коврижникова. Здравствуйте, меня зовут... Ты все прекрасно делаешь. Чуть свободнее. Здравствуйте, меня зовут Алексей, фамилия Петрухин. Замечательно. А можешь еще спокойнее стать? Меня зовут Соня Рифкин. Меня зовут... Не растягивай по детским садовским. Здравствуйте. Ровненько стоим. Но не так, не солдатиком. Так. А теперь выйди точно так же, смотри. Нет, дорогой мой. Не смотри в пол, на меня смотришь. На меня. Меня зовут Никита Келмесов. Так. Живу? Нет. Учусь? Нет. Живу? Нет. Расту? Женюсь? После имени и фамилии сразу идет, сколько тебе лет. Меня зовут Саша Политик. Мне 5 лет. Живу в городе Москва. Mm-hmm. Занимаюсь детской студией актеров. Сань, только не улыбайся специально, да? Сейчас такая немножко буратиночка специально. Отпусти ротик, отпусти. Здравствуйте, меня зовут... Ты стоп, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте, меня зовут Григорий Москалев. Не трогай майку. Мне? Мне 7 лет. Я живу? Я живу в городе Москва. Угу. Спасибо. Только единственное, что у меня просьба. Ты все время смотришь в камеру, да? Потому что с тобой будет разговаривать камера. Понятно? Угу. Когда идут правители войной на города, то всеми ненавидимы правители тогда. А если наш король поверил Илье, то, что Илья был искренним, да? Прости, Даш, я тебя не простил. А почему? Потому что хотел с тобой на поминке поиграть, а ты не хотел поиграть, вот и я обиделся. Ну так она же попросила прощения. Ладно, я тебя прощу. Прости. Прощай. Ник, так нечестно, знаешь почему? Ты даже на Сашу не посмотрел. Не делайте все формально, не делайте просто так. Прости меня, пожалуйста. Прошу. Прости меня, пожалуйста. Ладно. Прости меня, пожалуйста. Я больше так никогда не буду. Прости. Прошу. Прости меня, пожалуйста. Прощай. 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 Прости меня, пожалуйста, я больше никогда так не буду. Обещаю, никогда при никогда. Прости, пожалуйста, я больше никогда, никогда, никогда так не буду. Прости меня, пожалуйста, я не прощаю. Прости меня, пожалуйста. Прощаю, прощаю, прощаю. Прости меня, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста, прости меня. Нет. Прости меня, пожалуйста, я больше никогда-никогда так не буду. Ну прости, никогда-никогда не буду так больше. Прости меня, пожалуйста. Прощаю, прощаю. Прости меня, пожалуйста. Не прощаю. Прощаю, прощаю. Прости меня, пожалуйста, я больше так никогда не буду.
Обещаю. Пожалуйста, прости меня. Я больше так не буду. Обещаю. Прости меня. Пожалуйста. Нет, прощаю. Ну что ж, нет, так нет. Прости меня, пожалуйста. Я больше так никогда не буду. Ну прости меня. Никогда так в жизни моей не буду делать. Прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, я больше так никогда не буду. А, теперь звук А. Какого цвета звук А? Красный. Я с вами согласна. Давайте, красного как раз нам и не хватает. Пойдем. Нет, руками нельзя. Я сказала, кисточка. Кисточка. Вот здесь у нас кисточка. Подайте денежку. Мы 3 дня не ели. Пожалейтесь, сиротинушек, хотя бы глоточек водички, хотя бы корочку хлеба, хотя бы звалящий ломтик краковской колбаски. У вас много денег, а у нас ни грошек. Лучше добрый, дайте копеечку. Попробуем пошататься под микроном. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Не спеши, слушаем. Раз, два, три, четыре. Называется расчетка. На это упражнение нас учит распределению себя в пространстве и координат. На счет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я могу поставить положительную оценку, пятерку. 5, 5, 5, 5, все остальные выполнили неверно. Опять не услышали меня. Я просил сесть на счет 8. Не на 7, не на 6, не на 4, как вы пришли, и на 5. На счет 2. Приготовились. Раз, два. Молодцы. На счет 4. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы.